Знаете, кто я? Я решение ваших проблем. Я ликвидирую мусор. Избавляюсь от этих трудновыводимых пятен. Скажем прямо. Я обожаю людей. Дело сделано, расслабься. Я тебя прикрою. Для этого и нужны напарники. Точно. Пап, ты в порядке? Моего напарника убили. Ты дал мне слово. Ты обещал, что уйдешь из этого бизнеса. Я сдержу свое обещание. Это мое последнее дело. Тейлор Квон, полиция Вашингтона. Я так и знал, что ты коп. Меня не интересуют второсортные вышибалы. Мне нужны люди, убившие твоего напарника. И что дальше, вспомнишь кунг-фу, как делают у тебя на родине? Я родился во Флориде. Я нанимаю таких, как ты, чтобы убирать своих врагов. Да вы с ума посходили! Вы имеете дело с бывшим наемником! Он вас отправит на тот свет, а мне на это смотреть! Ты не можешь так просто убивать людей! Уже убил. У меня для тебя кое-что есть. Пап. Клянусь тебе, я его уничтожу. Ты не против, если мы послушаем что-нибудь из этого века? Я не позволю тебе убивать всех подряд! Ты как кассета, которую заживал. Кассет уже давно не выпускают. Класс. У нас с тобой есть кое-какие неулаженные дела. Ты будешь драться или хочешь, чтобы я умер от скуки? Да, я помню, что ты говорил, нужно было его арестовать. Никому не верь, только так можно остаться в игре. Бум, упал, тебе конец.